мамочки, воспитывая особенных детей, очень часто просто забывают про себя. У них не хватает ресурса, времени подумать о себе, просто посидеть в тишине, или, может быть, не в тишине, встретиться с подружками, просто подумать о том, что хочется ей. Сегодня мы дали возможность им почувствовать себя прекрасными женщинами, сделать прическу, макияж, провести фотосессию, пообщаться друг с другом, поиграть и понять, что они не одни в своей борьбе за здоровье ребенка, и им готовы помочь, и в первую очередь помочь, чтобы у них появилась вера, у них появилась надежда. Как дизайнеры в первую очередь хотим показать, что каждый, любой человек может творить, может создавать что-то красивое и восхищаться потом этим. Так как через месяц уже Новый год, мы решили, что будет правильно подарить детям возможность представить новогоднюю сказку какую-то, может быть, подарки.